Тем, кто спешит на работу, хорошего дня и медицинскую маску по две в руки и совершенно бесплатно. Таковы условия областной акции под названием «Мы вместе». Только так, совместными усилиями, и можно предотвратить катастрофические последствия от коронавирусной инфекции, напоминает Минздрав Московской области. В качестве дополнительной меры в общественных местах рекомендовано носить лицевую маску. Совсем скоро она станет обязательным атрибутом. 15 числа будут штрафовать тех, кто без масок ходит. Вроде про транспорт говорили. Везде. К сожалению, некоторые прохожие реагируют неоднозначно. Они говорят, что нам маски не нужны. К сожалению, но таких единицы. Вот. В основном улыбаются, принимают маски, берут, потому что это бесплатно. Организатор – Красногорский штаб волонтеров и Красногорский штаб «Единой России». Барабанщик Александр Леер сегодня один из двух волонтеров на станции Павшина. Их задача не только раздавать средства индивидуальной защиты, но и просвещать. Носитель вируса может болеть бессимптомно. Респиратор, специальная медицинская маска или многоразовая, пусть даже самошитая, защитят окружающих. Это нужно, и это в наше время в связи со стоимостью масок такая раздача очень, так сказать, актуальна. Комфортно людям. В преддверии предстоящего праздника Победы мы, конечно же, вручаем еще и дополнительно георгиевские ленточки. А это уже станция МЦД Пинягина. С 8 утра здесь также работают волонтеры. На пешеходном мосту раздача идет вместе с напоминанием о социальной и грядущей административной ответственности. С 12 мая за отсутствие маски будут штрафовать на 4000 рублей. А в транспорт не пустят вовсе. Превентивная мера сработает только в случае, если каждый будет носить защиту в электричках, автобусах, аптеках и магазинах.